Сегодня мы проводим в рамках месячника благоустройства субботник. Субботник проводится на трех площадках общественных территорий. Вот в данный момент здесь в парке Победы, центральный наш парк и парк машиностроитель. Пришло очень много, отозвались практически все, кому мы просили. В данный момент здесь очень все управляющие компании, комбинат благоустройства, водоканал, Газпром, школы, школьники. Сегодняшняя наша задача по максимуму убрать опавшую листву прошлогоднюю и скронировать деревья и собрать естественный валежник весь, который был.